Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на восток Москвы, добро пожаловать на стадион «Спартаковец». Это вторая лига, группа 2Б. Мы с вами на матче седьмого тура, в котором «Родина М» на своем домашнем стадионе принимает футбольный клуб «Химик» из города Дзержинск. 14 мая на календаре, мы стремительно бежим к завершению этого длинного, достаточно непростого, но очень интересного сезона. В ней тоже, конечно, определенные моменты бывают. Ну, теперь точно поехали, давайте начинать, давайте по составам сразу. Но вот сегодня обретает себя на позиции сильно впереди. Первый удар в этом матче. Не самое опасное действие от Александра Буркова. Неплохо он здесь пробил. Долгое время был в основной команде «Родины» первым номером вместе с Сергеем Айдаровым, который и ныне играет за основу. Атака неплохая, может быть, и сразу сходу удар. Вот так вот хорошо. Это Иван Сутугин, один из самых активных вообще футболистов «Химика». Разговаривал я перед матчем с коллегой из «Родины М». Пока давайте еще одна только посмотрим. В руку там мяч попадает. Илья Бугров все это видит. И пенальти. Трунтаев говорит, что мяч мне в корпус попал. Ну, давайте смотреть. Здесь, конечно, здорово доработали передача. Но нет, нет, это рука. Вот с этого ракурса хорошо видно. Вот здесь спасибо огромное коллегам, которые нам сразу отматывают эпизод назад. Чуть-чуть замедляют. Все огромнейшие профессионалы, друзья. Вторая лига — это все-таки уровень очень серьезный. Иван Сутугин у мяча, который и простреливал. И именно он сейчас будет исполнять этот 11-метровый. Против него Швагерев. Разбег, удар. 1-0. Все очень спокойно. «Химик» открывает счет на 9-й минуте. Столичная команда. Долго Сутугин спокойно разбегался. Шел к мячу. Подошел, пробил. О, какое столкновение здесь. Это Игорь Беляков. Очень здорово отрабатывает. Дальше передача. Абрамушкин вылезает в центр. Ух, даже на дальнюю. 2-0. Иван Сутугин оформляет дубль. Вот так вот. Опять быстро, опять достаточно резкая атака «Химика». И, пожалуйста, Иван Сутугин забивает в этом матче второй гол, оформляя, кстати, дубль уже сегодня. Совсем юный футболист, 19-летний Сутугин, для которого это уже, внимание, седьмой гол. Здесь, повторюсь, никаких изменений ни в перерыве, ни в первом тайме не было. Штанга здесь опасно очень сейчас была. Или не штанга, там что там повтор нам покажут. Еще удары Сальников. Достаточно надежен здесь. Еще один угловой. Очень резвая, очень бодрая атака. Давайте смотреть. Подача здесь. Удар сходу. Да, там мяч в штангу попадает. Дают поиграть сопернику. Но в пределах нормы. Удар здесь нет. Сходит мяч с ноги. Но Сайгушев добивание. Опять это опасно. Еще момент может получиться. Алан Агаев. Давайте повтор эпизода посмотрим. Царапывает здесь мяч. Удар не получается. А дальше сходу слета. И опять штанга. Вторая уже в этом тайме. А тут у нас еще один угловой тем временем. Подача. До удара дело доходит. Швагереву в руки нужно мяч забирать. И это он делает. И там... Вот давайте с этого ракурса посмотрим. Там пока у нас замены проходят. О них через секунду буквально. Ну, Швагерев вот здесь принимает. Ну и потом Сайгушев был бы в молодежке Сочи, в молодежке Спартака был некоторое время и в Тульском Арсенале. Хорошая атака. Беляков. До удара дело нужно довести. Вдаль не пытался попасть здесь Беляков. Хороший момент. Отмечаем вот Сергея Тимошкина. Неплохой перевод и... Штрафной. Подача, летит мяч, Швагерев надежно, ух, головой удар, это, кстати, опасно было. Такая история, что он возвращается к команде, которая хорошо знакома. А здесь 2-0, друзья, одерживает «Химик» победу благодаря дублю Ивана Сутугина.